Еще в первой половине 19 века для поощрения наиболее достойных в России появился Институт почетного гражданства. В Чебоксарах в рядах почетных граждан каждый год прибывает в канун Дня города. В повестке дня внеочередного 51-го заседания Чебоксарского городского собрания депутатов только один вопрос – о присвоении звания «почетный гражданин города Чебоксары». Положение утвердили 35 лет назад. Первым почетным гражданином в 1983 году стал Андриан Николаев. В этом году такое звание получит сразу два человека. В адрес Чебоксарского городского собрания депутатов от администрации города, трудовых коллективов и общественных организаций города поступили предложения на присвоение звания «почетный гражданин города Чебоксары» на 16 кандидатов. Внесены наградные материалы на 5 кандидатов. Президиум собрания депутатов и мы с вами на совместном заседании всех постоянных комиссий поддержали две кандидатуры. Первый кандидат – Роберт Ильиной. Он руководил столицей Чувашии с 1975 по 1982 год в должности председателя горсовета. С 1982 по 1995 был министром жилищно-коммунального хозяйства республики. К его советам руководство города прислушивается и сейчас. Второй кандидат – Владимир Волков, заведующий кафедрой хирургических болезней медицинского факультета ЧГУ имени Ульянова, депутат ЧГСД второго созыва. Сомнений в том, что оба кандидата достойны стать почетными гражданами, у депутатов не возникло. Кто за? Наиболее часто встречающиеся вопросы в нашей жизни – это вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. И очень много вопросов у наших горожан – это вопросы медицинского обслуживания. Поэтому не случайно, что почетные граждане города Чебоксары – это как раз те люди, которые именно работали в этих отраслях. Торжественная церемония пройдет в четверг, 13 августа. Кстати, льготы, преференции у почетного гражданина немного. К примеру, бесплатный проезд в городском общественном транспорте, бесплатное обслуживание в муниципальных учреждениях здравоохранения. Впрочем, становятся почетными гражданами те, кто работает совсем не за награду. Ольга Пырочкина, Сергей Рябчиков, Республика.